Aid Muscovy's growing power. Now Ivan IV aimed to extinguish the weakening Khanate and claim this new territory as his own. To take the city, Ivan had to strike at the heart of the fortress and take out the Khan's personal guard. But first, the Rus needed a stronghold from which to support their imminent siege. Наказы слушайте, воины. Повинуюсь с честью. Защищаемся от нападения! Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно! Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно. Повинуюсь непрекословно. Taking the Tatar settlement, the Rus had secured a location for their stronghold. Ivan had prepared resources to rapidly construct a base on the Volga River, and his navy now delivered these. Идем путем правды. Часон окажете? Пройдите надобно. Внемлите, ожидайте наказы. Наказы? Пойду, куда накажете. The Muscovites established a settlement. Now Ivan would need to defend it, while building up a siege force with which to breach Kazan's walls. Возведу все, як и прикажете. Наказывайте, сделаю все. Блюду ваше построено будет исправно.
Есть сон, есть отдохновение. Строите надобно. Несть сон, несть отдохновение. Блюду, аще построено, будь ты справна. Готовы есмь к делу новому. Строите надобно. Готовы служить. Блюду, аще... Доказывайте, сделаю все. Блюду, аще постро... Несть сон, несть отдохновение. Часу накажете. Возведу все, яко приказ. Наказывайте, сделаю все. Возведу все. Несть сон, несть отдохновение. Готов есть. Исполню наказ ваш. Пойду, куда накажете. Не сяду, донди же соберу. Слушайте все, новые наказы суть. Возведу все, як прикажете. Наказывайте, сделаю все. Ожидать. Люди, не празднуйте. Древеса собирать. Часу накажете. Есть сон, есть отдохнуть. Слушайте, желание ваше есть закон. Слушайте. Наказывайте, сделаю все. Слушайте все, новые наказы суть. Да. Наказывайте, сделаю все. Приступаю на гамма. Следую, куда наказано есть. Блюду, аще построено будет исправно. Будет, пойду, куда накажете. Приступаю на гамма. Строите надобно. Вот и скосен есть. Покорять исполню наказ ваш. Да будет так. Есть. Наказывайте. Делаю все. Строите надобно. Для меня приказ. Строите надобно. Готов? Приказ ясен есть. Строите надобно. Несть сон, несть отдохновение. Возведу все. Блажен, кто служит делу правому. Готова служить. Наказ уразуме. Теку. Блюду, аще построено, будет исправно. Век. Готова есть к делу новому. Блюду, аще построено, будет исправно. Ладно, сделано есть. Надолго удержится. Несть сон, несть армейком там буду. Стройте надобно. Часу накажете. Возведу все, як прикажете. Труд искусен есть. Наказ следую, куда наказано есть. Возведу все, як прикажете. Будет, поняла, иду туда. Возведу все, як прикажете. Всем дело свое. Готовы есть, следую, куда наказано есть. Есть, следую, куда наказано есть.
Блюду, а еще построено будет исправно. Ладно, сделанный. Готова служить. Строите надобно. Довольно есть. Всем дело свое. Будет для меня приказ. Возведу все, яко прикажете. Часа накажете? Блюду ваше построено. Есть сон, есть отдохновение. Так, а желание ваше есть закон. Блюду ваше построено будет исправно. Доволен. А ведь... Да будет так. Желание ваше есть закон. Сделаю, яко накажете. Наказывайте, сделаю все. В лесу люблю, трудитесь. Блажен, кто слушает. Гряду путем верным. Гряду, куда наказано есть. Иду путем истины. Наказывайтесь, начнусь я немедля. Строите надобно. Часо накажете. Блюду, а еще... Есть сон, есть отдохновение. Возведу все, яко прикажете. Покоряюсь воле вашей. Есть закон? Нет. Гряду, куда наказано есть. Пусть он есть. Готова есть к делу нового. Поняла, иду туда. Блюду, а еще построено будет исправно. Вем дело свое. Готов и начну сие немедля. Строите надо. Несть сон, несть отдохновение. Исполню наказ ваш. Стройте надобно. Часу накажете. Возведу все, яко прикажете. Всем долг свой. Наказ дам есть. Готова служить. Наказывайте, сделаю все. Будет для меня приказ. Возведу все, яко приказ. Наказывайте, сделаю все. Блюду, аще построено будет исправно. Так немедля наказ исполню. Ivan's army pushed across the Volga. They could expect stiff Tatar resistance. Честь в повиновении есть. Часа накажете?
Возведу все, яко прикажете. Довольно есть. Есть сон, есть отдохновение. Строите надо. Готова служить. Блюду, аще построено, будь ты справна. Внемлите, ожидайте наказы. Ладно, сделано есть, надолго удержит. Слушайте все, сейчас наказы будут. Слушайте все, новые наказы суть. Слушайте все, сейчас наказы будут. В исподню. Иду уже. Наказывайте, сделаю все. Возведу все, яко прикажете. Несть сон, несть отдохновение. Желание ваше есть закон. Не сяду, донди же соберу. Готовы, есмь к делу. Приступаю на гамма. Древеса собирать и надо. Какие наказы для орудия суть? Двигайте пушки надобно. Так буду радовать, если с вами сражайтесь тесно. Немедля наказ исполню. Наказы для камнемета? Не повинуюсь с честью. Повинуюсь непрекословие. Вижу ворога! Не бойся! Войны! Наказано идти! Отлично, готовы!
Наказывайте, сделаю все. Наказы новые суть. Получим наказ сейчас, воины. Повинуешься. Наказ ваш исполнен будет. Пушки меняют место. К креду путем верным. А мне только маруины будут. Часон, пойду, куда накажете. Желание ваше есть закон. Приказ ясен есть. Авенбург, куда накажете? Сиебль перст под копытами. Разобью щиты их. Небеса защитят! Приду путем верным! Пойду, куда накажете! С нами силы небесные! Будет для меня приказ. Блажен, есть для наказа лучника конных идей. Гряду, куда наказано есть. Да будет так. Грядите по мне, воины. Уразуме. Смерть обреченный! Оружие наше могучее! Исполнено будет! Сделаю, яко накажете! Ожидаю наказы. Сия, направляйтесь, егда накажу. Исполняю наказ. Идите по мне. Сделайте ряд. Исполнено будет. Наказом следую. Грядите по мне, воины! Исполню наказ! Небеса! На нас это место оружие! Исполняю наказ! Да будет так! Двигаюсь опасно. С нами силы небесные! Сделано будет! Желание ваше не за...
Идите по мне, воины храбрые! Идите по мне! Наказ ваш исполнен. Направляйтесь, а я накажу! Идите по мне, воины храбрые! Идите по мне! Наказы слушайте, воины! Слушайте! Супостаты из Буду радоваться с вами, сражайтесь и тесно! Повинуюсь честью! Всем долг свой! Напряж, не бойтесь! Muscovite forces moved into the Tatar pasture lands. They were getting close to Kazan proper. Идите по мне. Идите по мне, воины храбрые. Исполнено будет. Грядите по мне, воины. Грядите по мне, воины. Направляйтесь, а егда накажу. Направляйтесь, а егда накажу. Идите по мне, воины храбрые. Идите по мне. Слушаюсь. Грядите по мне, воины. Стреляет никто, не мы! Ivan's men were finally in sight of Kazan's walls. It was here previous sieges had failed. But Ivan swore this time would be different. Готовность полная! Тактики готовы к прорыву! Наказом следую! Двигаюсь опасно! Наказом следую! Внемлите! Ожидайте наказы! Сия суть приказа всех деля. Обрежь, мыслите о части. Накажете? Начну сие немедленно. Делаю, как накажете! Вот, идите по мне. Желание ваше, господин. Двигаюсь опасно. Исполню наказ. Исполняю наказ. Полагаю. Направляйтесь, а егда накажу. Исполняю наказ. Идите по мне, воины храбрые. Грядите по мне, воины. Наказом следую. Уразумел. Исполнено будет. Сделаю, яко накажете. Идите по мне. Добро я. Идите по мне, воины храбрые. Ладно.
Направляйтесь, егда накажу. Идите по мне! Направляйтесь, егда накажу! Получь наказ дан есть. Буду радовать, если с вами сражаетесь и тесно. Напряжь, мыслите отчасти. Напряжь, не бойтесь. Огонь, вражеский, покрывай! Наказ дан есть! Напряг! Не бойтесь! Напряг! Мыслите отчасти! Напряг! Мыслите отчасти! Сия суть. Покорять. Иду путем истины. Да будет сокровище. Да будет так. Тихо, двигаюсь опасно. Сделано будет. Направляйтесь, егда накажу. Идите по мне, воины хорошие. Буду радовать, если с вами сражаетесь тесно. Жду наказа. Куда стрелу пустите? Наказ дан есть. Наказ дан есть. Повинуюсь непрекословно. Напряжь, мыслите отчасти. Напряжь, не бойтесь. Буду радоваться с вами, сражайтесь тесно. Напряжь, не бойтесь. Наказ дан есть. Приказы новые скоро будут. Исполнено будет! Грядите по мне, воины. Сие уничтожено будет. Немедленно наказ исполню. Честь в повиновении есть. Буду радоваться, если с вами сражаетесь тесно. Всем дом свой. Закружают меня! Напряжь, мыслите отчасти! Напряжь, не бойтесь! Буду радоваться, с вами сражайтесь тесно. Получим наказ сейчас, воины. Наказ дан есть. Покоряюся воле вашей. Сделаю, яко накажете. Сия, идите по мне. Грядите по мне, воины. Приказ есть новый. Ответ. Отряди. Готовы есть к делу новому. Мигом там буду. Стройте надобно. И наказ. Часу накажете.
Несть сон. Наказ уразуме. Теку. Идем. Готов есть к делу новому. Строите надобно. Несть сон, несть отдохновение. Будет для меня приказ. Возведу все, я готова служить. Стройте надо, наказывайте, сделаю все. Блюду, аще пан готова служить. Возведу все, я. Несть сон, несть отдохновение. Блюду, аще. Несть сон, несть отдохновение. Ладно, сделано есть. Надолго. Готов есть к делу новому. Блюду, аще построено будет исправно. Довольно есть. Труд и скосен есть. Несть сон, несть отдохновение. Труд искусен есть. Часу накажете? Делу делать. Сделано будет. Служит вам. Тих, наказы исполнены будут. Идите за орудием, орудие осадное исполняем. Есть, есть. Наказы служ, напряж, мыслите отчасти. Да, напряж, да. Не бойтесь. А. Орудие осадное, переносим орудия. Наказ дан есть. Не повинуюсь, не прикословен. Вот все мы войны. Следуйте за пушками. Наказы слушайте. Радуйтесь с вами сражаться. Покроем его железом! По
Полудь, напряжь, выследи отчасти. Исполнено будет. Буду радоваться, с вами сражайтесь тесно. Наше дело первое. The force of the Muscovite war machine broke through Kazan's mighty outer wall. But the city had a backup defense. A second inner wall stood between Ivan and the Khan's personal guard. Избирайте время для выстрела! Стреляйте в цель точно! Еще враг единица! Все прекрасные! Бурка прежь! Толкайте! Немлите войны! Немедленно наказ исполню! Приказ исполните! Нас не заинтересует! Готовность полная есть!
Получаем долг свой. Пушки меняют место. Так, наказ дан есть. Напрягайтесь, не бойтесь. Стреляют по нам! Буду радоваться с вами, сражайтесь и тесно. Следи части. Буду радоваться. Но напрежь поскору, везите орудие. Куда нам скачу, куда нам скачу. Не уставим камня на камень. Орудие да ощутят гнев нас. Стреляйте в цель точно. Избирайте время для выстрела! Поднимите наказ, исполню! Тихо! Идите за орудие, войны! Исполняем! Бой выстрела! Наказ, слушайте, войны! Yeah.
забудь! Орудие осадное! Да, ось! Так, напряжь! Не бойтесь! По нам стреляют! Готовность полная! Kazan's inner wall crumbled before Ivan's forces. Within the inner city, the Khan's guard awaited. Да, ой, шутят гнев!
Орудия осадные готовы! With a mighty war cry, the Khan's elite guards set upon Ivan's forces. Ivan and the Rus overwhelmed the Khan's guard and seized the city of Kazan. For the first time, Muscovy began to push its borders eastwards, setting its ambitions on claiming ever more distant territories for the Russian Empire.